бреда. Да, ты, да, да, что нам делать, что нам делать? Я побыстрее в машину. Давайте, давайте, пойдем отсюда, пойдем отсюда. Куда, побыстрее, садитесь. Давайте, 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 давайте. За руль, за руль. Да я за руль сел, ты била кусок. Да быстрее, давайте, за руль. Да куда? Так, 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 новый день лаборатории. Чё бы мне сегодня изобрести нафиг, когда я уже вот эту Нобелевскую премию проклятую получу? Ай, я даже не знаю, даже не знаю. Так, может, какого-то нового монстра вывести? Хотя за этих монстров мне тоже ничего не дали. Может, какой-то новый, может, машину времени или еще что-то. Я даже не знаю, у меня вообще никаких идей нету. Вот компаньон, может, сегодня придет, может, мне поможет. Евгений, Евгений, ну, чё бы мне придумать? Так, 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 чё бы мне придумать нафиг? Мать его, я вообще ничего не знаю, что делать нафиг, а? Вообще идей никаких нету. Даже не знаю, что мне делать. Капут какой-то. Никогда не получу эту сраную Нобелевскую премию. Будь она проклята. Компаньон! Компаньон! Евгений, Евгений, заходите, заходите! Что у вас такое? Что у вас произошло? Компаньон, тут такое произошло! Детали! Держите, я их нашел! Держите, держите, посерянец! Чё за дитя? Чё за детали, а? Я, короче, короче, дошел до улицы, там если скрестить карбонитовый двигатель, ну вы же понимаете, нужно уменьшаться, материю уменьшать, можно сами маленькими стать. Если подождите, схемы. Быстрее, компаньон! Подождите, подождите! Схема, схема! Там делается карман. Схемы верны, компаньон! Схемы верны! Да. Схема! Так, 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 так! Быстро, быстро, быстро! Давайте, давайте! Куда, куда? Подождите! Если вот это запишу туда, потом скажу. Потом поджечь температуру 89 градусов! Все верно, компаньон! Вы прям гений! Вы прям гений! Сюда! 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 Подождите, подождите! Ой, 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 компаньон, момент истины, так, подождите. Мы сами заработали кучу денег, если это получится. Вы готовы, компаньон? Подождите. Да, быстрее, я уже не могу ждать. Скрестите пальцы и молите, чтобы все получилось. Чё там, чё там, чё там такое? Чё это такое, компаньон? Чё это? Компаньон, дайте вас опенебук! Мне! Чё это такое? Это вообще! На улицу, быстрее на улицу! Давайте, 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 отойдите, компаньон! Разработки были верны! Так, хорошо. Подождите. Мы, наверное, о том же подумали, да, компаньон? Снимите, чтобы никто нас не запалил. Снимите, оденьте обратно костюм. Так, тихо, все. Вы понимаете, это Нобелевская премия, ёханый баба, это две Нобелевские премии. Подождите, если об этом все узнают, можно спалить наши разработки. Тихо. Так, компаньон, тихо. Дайте я отдышусь. Я предлагаю, компаньон, отпраздновать это дело. Мы с вами гении, понимаете? В ресторан! У вас есть машина, машина, на машине да, приехали. Быстрее! Вы этот к черту двери! Даже так. Денег нету почти. Ну ладно, последний подарок. Да какие деньги? Так мы в будущем миллионерами будем, триллионерами, понимаете? Быстрее, поехали! Так, я где-то. Я сижу водить не умею, но вы не переживайте. Да ничего страшного! У нас открытие века, это прорыв, понимаете, это прорыв, компаньон. Я просто в шоке, компаньон. А у вас догадки в разработке. Ой-ой-ой, я предупреждал, водить я не умею. Так, ничего страшного, главное доехать до ресторана, там все в порядке будет. Так, Давайте, быстро. Все, почти доехали. Да мы прыгаем на ходу. Да уж аккуратно. Машину, наручник, сейчас катится куда-то. Да ладно, хрен за ты машину. Да купим себе Феррари новое. Ой, не могу. Ой. Да пошли, что не можете. Пошли, давайте, быстренько, так. заходите. Выбирайте место, давайте к компаньону. Так. Давайте вот сюда, может, давайте вот сюда. Кексики. Сниму очки, вот это. Хорошо. Подожди, компаньон, а чё мы ждать-то будем? А может мы сразу испытаем наш раз? Давай, надо где-то уединиться, надо где-то скрыться, давайте иди сюда. Так. Не, тут нельзя, тут очка смотрит, нельзя. Сюда, так, тут картинок, не, тут тоже нельзя. Так, подождите. Может быть на балконе, прям на балконе, вот тут вот. Вот тут вот?
Давайте прям сядем тут. А праздновать не будем праздновать? Тут у нас, смотрите, что у нас тут есть. Сейчас заберу. Опа! Да вы давайте вы пейте, я тоже за ваше. По глоточку, по глоточку, компаньон. За вас, за науку, во имя науки. Во имя науки, Северный Кавказ. Ой, давно я не пил на выпускном лет 40 так назад. Так, короче. А мы же знаете, к черту эту науку. Какую к черту? Прорыв века! Да, да, ни к черту, ни к черту. Успокойтесь! Так. Давайте, ой, давайте, одевайте. Вы уверены, что это нас не расщепит на атомы? Все нормально будет, компаньон? Компаньон, это вы как бы изготавливали, поэтому если что-то вас... Но разработка это ваша, схемы ваши. А вы-то и как бы изготовили. Компаньон, я не уверен. Я честно, я не готов. Но давайте попробуем, давайте. Давай. Давайте, давайте. Отчет, отчет. Нужен отчет. Раз, два, три! Мы ж вроде немного пили, чё это такое? Компаньон, мы сделали это, мы стали маленькими, мы получим Нобелевскую премию, понимаете? Компаньон, меня сейчас не плющит, всё нормально? Все отлично, отлично, вы не переживайте, компаньон, мы... Тихо, стойте, мы больше в другой ресторан, понимаете? Я все понимаю, но ты понимаешь, мы больше не бедные ученые. Иди сюда, иди сюда. Ты понимаешь, мы мелкие, как я знаю, что мы можем сейчас просто забраться на кухню и натыбзить еду самую дорогую, понимаешь? А это же незаконно, компаньон. Какая нахрен разница, законит закон? Мы ученые, мы должны... Не сопутствовать закону, понимаешь? Все время во имя науки, вот это все. Понимаешь? Во имя науки. В принципе, если во имя науки, то можно и попробовать, компаньон. Ой. Так, подождите, ничего мы ждать не будем. Я понимаю, что мы тихо, но нас никто не заметит. Я надеюсь. Я надеюсь. Это никто. Подожди. Все, никто так, вроде... А! Компаньон, не на ту кнопку нажал, сложный у вас костюм. Так, а как это, подождите, это как это? Смотри, компаньон, вот там кухня, да, за вот этим толстячком. А если мы прям так залезем? Дурак вообще, как бы вот вы гений, мыслите как-то примитивно. Давайте. Да он тупой, смотреть на него, он такой смотрит. Тупой, да тупой, он как бы в очках, а вдруг нас запалит, а? Девочка! Так где я, компаньон? Подождите. Побенция, голая побенция. Ни хрена. Подождите. Подождите. Мы можем тебя посмотреть. Офигеть, у нее... Компаньон, вы видели такое раньше? Я никогда такое не видел. А может туда сдадимся? Мне тут нравится. Я тоже не против. Ну не, нельзя отвлекаться! Во имя науки все! Я компаньон, ну там такие вот такие, я прям. Я все понимаю. Так, компаньон, нужна ваша помощь. Ай, туалет упад! Нет! Куда? Где его? Где? Не пугайте меня, не пугайте. Вот я. Вентиляцию, нужна вентиляция. Или что? Вот она, я вижу вентиляцию! Или компаньон. А как мы туда залезем? Ну можно мы, конечно, еще через туалет, через какакунди. Но это уже крайний случай, крайний вариант. Не, я не полезу. Вентиляция, да? Может быть тут, да. Так, давайте вот сюда. Я запрыгнул! Давай, молодец, давай. Ай, так! Ай! Что тут такое? Пошли. Это помер, что ли, тут? Да нет, тут крысы, наверное, бегают, тараканы. Вы осторожнее, вы не забывайте то, что мы маленькие вот сейчас. А прикиньте, мы сейчас случайно кнопочку нажмем и станем большими, нас зашибет нафиг. Не надо, не пугайте меня! Компаньон. Ладно. Смотрите, кухня. Повар ходит. Повар. Да ты не стойте передо мной. Вода, вы. Ловите меня. Ловлю. А если я не попаду, я сдохну нафиг. Да быстрее, компаньон, вы сдохнетесь, давайте. Так, тихо, это нас повар запалит. Идите сюда. Тихо, я иду. Смотрите, ходит. Так, смотри, давай он сейчас, когда уйдет, мы быстренько перебежим на другую сторону. Сейчас, подождите. Так, тихо. Уйдет. Давайте вот сюда, опа. В яблочке спрятались, вот тут никто. А вы где? Я наверху, вот на тумбочке. А, вижу. Так, компаньон, нам надо наворовать еду. Тут у нас яблоки. Не хочу я яблочки. Яблочки я везде могу купить. Смотрите, там кто-то стоит. Там какой-то чемодан стоит. Где? Где? Вот, там какая-то ящик наверху. Ящик наверху. Давайте туда. Давайте. Компаньон, компаньон. Запрыгнул. А в ящике? Ящичек куча еды. Берите, компаньон. Все, да. Мрамор, я один на пирожки всякие.
компания. Так, отлично. Вы пока не кушайте, пока не кушайте. А что, я уже хочу, А, домой. Да подождите, домой унесем, мы там схаваем. Ага, хорошо, хорошо. Так. Как мы сюда вылезем? А вот это я не знаю, компаньон. Ай! Упал! Так, тихо, компаньон. Нам нужно как-то отсюда выбраться. Ну давайте сюда, за мной, компаньон. Так, я иду, компаньон. Идите сюда. Да тут я. Да, давайте сейчас опять пробежим, да? Вентиляцию? Да какую вентиляцию? Да побежали, чтобы не заметили нас. Мы, конечно, реально можем попробовать взять вот этого дебила, но это очень рискованно, компаньон. А вдруг нас спалят? Да не спалят. Да сойдет. Смотри, бери пример с меня. Дебила, кусок! Он реально тупой. И глухой еще, походу. Я тебе говорю, он тупой. Мы могли даже через вентиляцию не залазить. Ну да, ну это мы лоханулись, конечно, ничего страшного. Так, компаньон, вы где? Идите сюда. Вы понимаете, что мы вот сейчас тут можем под столами бегать, заглядывать под юбки? Чё? Компаньон! Чё? Смотрите, что я нашел, компаньон. А что это? Я не знаю. Это подвал какой-то просто в ресторане. Зачем нам вообще туда идти? Не надо нам туда идти. Ну давайте пока тут будет просто. А может таки туда сходим, компаньон? Да что там такое, не могу понять. Ну давайте пойдемте, раз он так. А вдруг там золото, например, я не знаю. Золото в ресторане. Кто его знает, ну вдруг? Ой. Компаньон, ну давай. Вы первый. Нет, где вы? Ну хорошо, я первый. Только тихо. Тихо. Ой-ой-ой, что это такое? Компаньон, а что это такое? Это какая-то кнопочка тут. Кнопочка какая-то. Дебила, кусок, это газопровод был! Бежим, компаньон! Куда наверх? Компаньон! Дебила, кусок! Ты вообще понимаешь, что... Быстрее, бегите! Вы понимаете, это газопровод! Ой-ой-ой! Так... Компаньон, давайте быстро! Давайте обратно, на ученых! На ученых? Ты сюда! Мы убили людей! Мы взорвали! Нет, компаньон! Это все ваши разработки проклятые! Вот эти костюмы непонятные! Компаньон, мы убийцы! Мы убийцы, компаньон! Нет! Мы не такие, компаньон! Мы ученые! Мы просто совершили ошибку! Компаньон, вы слушаете сирену! Да, что нам делать, компаньон? Быстрее в машину! Давайте, отсюда! Куда? Вы быстрее, садитесь! Давайте! За руль! Да я за руль сел, ты била, кусок! Да быстрее, давай ты за руль! Да куда? Давай! Да быстрее ехай! Быстрее! Да отвалить, пока ментора не подъехала! Быстрее, валим отсюда! Блин! Где-то остановимся. В общем, компаньон, я вам предлагаю. Мы, конечно, молодцы, то, чтобы сделали вот такую разработку, но надо быть более ответственными. Мы можем, наоборот, спасти весь мир. Мы можем быть супергероями, а не маньяками проклятыми, понимаете? Да, компаньон, мы должны справиться с собой, если ты должен стать миллионером. Ну, это естественно, но все же. Больше таких ошибок нельзя допускать. Согласен, компаньон, согласен. Куда это мы туда ехали? Я забыл. В смысле забыл, нам нельзя возвращаться сейчас в нашу лабораторию, нужно вот тут перекантоваться. Ну ладно, хорошо, тогда давайте тут где-нибудь поспим. Давайте вот тут переночуем, вот, а завтра разберемся, что нам дальше делать. Хорошо. Ой, до завтра, компаньон.